Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Сегодня мы поиграем в игру Strike Force. Давненько мы в нее не играли, точнее, я видосиков не выкладывал, но периодически за кадром, конечно же, я не забываю про эту великолепную игру. Да. Ну что же, как вы знаете, последнее событие у нас был Джиггернаут. В принципе, оно, по-моему, еще идет до сих пор. Давайте-ка я заберу две сферочки. Посмотрим, что мне из них выпадет. Может быть, повезет. Так, понятно. Давай следующего. Ой, ну что такое, ребят. Не то, что, конечно, я хотел. Ну да ладно. Бывает и такое. Ежедневные цели. Получить, что, вскрыли сферы. Хорошо, ладно. Вообще, я цель перед собой всегда ставлю, ребят, выполнить вот эти вот задания. Как бы минимальный комплект сделать. Так, а это что у нас тут, налет? А, да, кстати, ребята, новый герой, который появился у нас буквально недавно. По-моему, даже сегодня мне пришло сообщение, что он вводится в игру. Это у нас Пира. Пирокинетик, выиграй осколки Пира. Ну что же, а до этого был у нас Преследователь, выиграй осколки Карата. Но он уже завершен. Я, по-моему, парочку успел, но очень тяжело. Не хватает, ребята, там энергии. Вот именно вот этой энергии не хватает. Так, ну что ж, давайте посмотрим, что же это за пирокинетик такой. Ага, ну нам предлагает опять в бой. Значит, это у нас за осколки. Ясно, с этим мы пока не будем, ребята, спешить. Давайте-ка мы, наверное, начнем с вами с ежедневных целей. Выиграть два боя на арене. Так, участвовать в трех миссиях. Кстати, ребята, давайте я вам покажу, какие персонажи у меня в данный момент уже есть. Каких вы видели? В последний раз у меня не было Дракса. Вы не видели. Росомаха, по-моему, уже был. Ночная сиделка. Это вот новый персонаж у меня. Далее мы едем сюда. И здесь у нас пошли Дрожь, Джессика Джонс, Опустошитель. Это вот из новых, которых не было у меня в последней серии. Также, по-моему, оперативник щита, Дэдпула недавно я взял себе. Ну, естественно, Человека-муравья, Халка достал, Королевский страж, Штурмовик щита, Стрелок щита и так далее. Мордо, Наемник-лейтенант, Небла, но Небла, по-моему, уже была. И Ученый Гидры. Пока на этом все, ребята. Ну, скоро, как мы видим, можем с вами достать Ронана-обвинителя. Также у нас Стрелок Гидры на подходе. Зимний солдат тоже недалеко от нас ушел. Убийца руки. 6 карточек буквально нужно. Ну, остальные такие. Вот Снайпер Гидры, кстати, тоже 7 карточек, и он у нас откроется. Ну, остальные, знаете ли, еще далеко от меня. Вот Гамору сейчас, ребят, собираю на нее карточки и Йонду. Но пока как-то безуспешно все это, конечно. И теперь, как вы видите, у нас еще и Пира добавляется, да? Вот он, Пира. 45 ДНК нужно на него, чтобы собрать. Это очень тяжело, ребята. Но это возможно, все возможно, если у тебя есть в кармане копеечка. Так, что мы можем с вами? Давайте кого-нибудь... Я так понимаю, можем кому-то прокачать способность, да? Ну, давай, наверное, ночной сиделки прокачаем. Первая помощь. Восстанавливает дополнительно 1500 единиц здоровья. Да, меня это вполне устраивает. Ночная сиделка на данный момент, ребята, это лучший хиллер в игре. Лучше пока нету никого. Прокачиваю ее по полной программе, ну, сколько смогу. 3500, слабовато, конечно, слабовато. Очень много нужно найти деталей для того, чтобы ее усилить. Ну, пока нет возможности, ребят. Так, что, еще одну ежедневную цель мы с вами сделали, да? Так, тренировать персонажа. Хорошо, значит, следующее у нас будет, знаете что? Купить припасы. Да. Давайте-ка я сразу по-быстренькому куплю. Кстати, мы можем здесь... Капитан Америка, сколько у нас? 23 карточки. Плюс мы берем еще 5, 28. Да, копить и копить нам на него. Короче, приобретаю практически, ребята, все, что мне дают и что доступно. Потому что это, знаете, вот эти вот припасы, они улетают
моментально. Не успеваешь одного персонажа прокачать, как нужно будет для следующего. Все, у меня что ли денег не хватает, да? Дэдпул тоже очень прожорливый в плане того, чтобы его, ну, прокачать. Так, и вот это вот нам пригодится, это я точно знаю. Ну, давай возьмем шприц. Так, 60. Взяли. Ну все, в принципе, мы скупили здесь пока все, что нам требовалось. Так, посмотрим, что у нас здесь. 500, да? А у меня 335. Не хватает, ребята. Я все спускаю пока на Гамору. Гамора мне нужна. Хотя и Кроссбоунса тоже желательно, ребят, прокачивать. У него очень хорошая спецвозможность есть. Так, а вот здесь мы можем с вами приобрести. Так, я здесь, по-моему, прокачиваю Сорвиголову, если не ошибаюсь, да? И также Дракса. Ну, наверное, мы будем Дракса с вами брать на этот раз. Отлично, Дракс тоже очень хорош. У него провокация с контрударом, отлично, короче. Так, ну что, участвовать в трех миссиях Союза Злодеев, это все понятно. Выполнить 10 миссий, автопобеду в трех миссиях. Ну, давайте мы с вами сделаем автопобеду в трех миссиях и сделаем это за команду героев. А делаю я это обычно, ребята, ну, на данный момент. Вот здесь вот. Я хочу собрать ДНК на нашу ночную сиделку, чтобы ее прапать. Прапать по рангу, ребята, естественно. Так, задание выполнили. Забираем даже два задания. Это прогресс компании и за то, что мы автопобеду с вами использовали. Ну что же, как-то так, да? А теперь, я думаю, уже можно сходить и на налет пропира. Посмотрим, по крайней мере, что и какие нам будут награды давать. Так, против нас вот такой вот будет составчик. Слушай, какой-то хитрый, да? Смотрите, тут и ниндзя, тут и щит, тут и гидра. Ну, странно. Хорошо, ладно, мы с вами изменим команду. В этой команде Спайдермен мне уже давным-давно не нужен. Мне также не нужен вот этот. Мы возьмем с вами немножко по-другому все изменим. Вот так вот. Слушайте, я думаю, что... Да, я уберу карателя и, наверное, поставлю все-таки Электру. Вот так вот. Ну что же, поехали, ребят. Фух, посмотрим, как мы здесь с вами сможем разрулить ситуацию. Ну так, мы готовы. Очень, конечно, хотелось бы мне взять к себе в команду Человека-паука. Ой, какой Человек-паука? Человека-муравья и Дэдпула. Но они у меня еще пока не прокачаны, поэтому ждут в сторонке. Так, значит, здесь нам нужно ликвидировать кого в первую очередь? Ну, по идее, Кроссбоунса. Давайте начнем с него. Так, хорошо, пошло дело. Так, я думаю, что мы, наверное, сможем наказать. Да, в принципе, разбирается без проблем враг, так что недолго ему тут плясать осталось. Ага, хилит, хилит, понятно. Мы пока не будем испытывать хилку, а будем просто... Почему-то в спайдера-то, я же на кросса же нажимал. Так, делаем провокацию, ребята. С контратакой. Ага, он то же самое делает. Ну, ладно. Воу-воу-воу-воу. Потише, родная. Получила? Так, ну, естественно, усиляет команду. Как же без этого-то? Но все равно. А слушайте, мы... Ах, провокация у тебя. Ладно, мы тоже возьмем провокацию с контратакой, ребята. И будем сорви головой. Слабо, слабо ты бомбанул, конечно. Спайдер, ты сейчас да выделываешься, вот тебе точно говорю. Да как ты, драк, смог промахнуться-то, ёпрасоте. Эх ты, Электро. Слушай, я думал, что враг будет попроще. Что-то тут как-то... Ну-ка. Ага, замедление, замечательно. Все, я думаю, что он сейчас будет готов. Но он еще выделывается. Ребята, тут тоже можно все это сделать на ускорении. Вы уже мне пишите в комментариях, хотите ли вы вообще видеть дальше прохождение этой игры. Если хотите, то стоит играть нормально или также на ускорении. Так, давайте мы, наверное, уберем... А, хотел убрать. Нет,
Кейдж вон поставил на себя провокацию. Давай вот так вот, со спины. Опа! На 6 тысяч, неплохо, да, кританули. Пол здоровья почти отобрали. А ну-ка давай-ка еще замедлим. Так, нормуль. Вот, ребята, вот ради вот этого удара стоит качать кроссбонса. Показываю вам. Поняли? Вот так вот. Даже если бы они выжили бы, ну, хотя бы хоть кто-то, поверьте, немного бы здоровья у них там осталось. Так, ну что же, это я вам приблизительно хочу показать, когда начнутся у нас выпадать осколки. Кстати, Пира, магазин налетов, давай зайдем и посмотрим. Я не вижу, это, наверное, где же ты у меня, гаденыш, открываешься, а? Пира, я не вижу осколков нигде на тебя. Не в рейде. Так, давай посмотрим здесь. Неужели они намекают мне на сферы? Единственный источник Дэдпула в событии, да? Получить. Так он же вроде бы закрыт. А, они имеют в виду осколки. Ну, осколки, да, это понятно. Нету, ребята, пока еще здесь почему-то пира, хотя нарисовано, что здесь, в магазине. Ладно, давайте, наверное, мы с вами еще проведем бой. А, нет, ребят, не буду проводить. Смотрите, когда мы участвуем здесь в налетах, обычно мы тратим с вами вот эту энергию. Если она заканчивается, то у нас идут в путь вот эти вот наши баночки. Ни в коем случае их не тратьте. Лучше пропустите и забудьте нафиг, но ни в коем случае не тратьте. Надо тратить вот эту энергию. Поэтому я закрываю пока этот налет. А что у нас тут по событиям? Братство экономии. Ежедневные скидки. Ну-ка давай зайдем посмотрим. Прими участие в событии братства экономии, чтобы получить великолепные скидки. Такое нельзя пропустить. Ну-ка открой. Так. Ну, я бы не сказал, что тут какие-то особенные скидки. Кстати, вот это обязательно надо прикупить, ребят. Пригодится потом, поверьте мне. Слушай-ка, что-то вы тут мне лапшу на уши повесили. Нету никаких скидок. Так, неудержимые. Заработай осколки. Ну, ребята, вот на осколках здесь я прошел всю ветку. Но осколков, осколков очень мало, ребят, заработал. Вот. Хотя, по большому счету, можно вот этот вот, например, фармить. Сколько у нас? Соточка? Соточка. Ну вот, предположим, мы здесь пропускаем. Погоди-ка, а автобой у нас разве не открыт? Вот, автопобеда. И, например, берем вот так вот. 10 побед. Ну что это? Ну, 100 осколков, ё-моё. Это ничтожно мало, ребят. Если, например, фармить вот этот вот, ну здесь, знаете, в чем проблема? Например, вот для этой миссии, предположим, да, нам нужно что? Это вот пропускаем все. Нужно только персонажи мистики. Вы видите, сколько у меня персонажей мистики, ё-моё. Да, это Электро и Ниндзя. А, еще морда, но они у меня не прокачаны. Нет, ну это-то прокачано, а вот морда нет, например, не прокачан. Вот, их всего трое. Мы не справимся. Из-за этого только не могу. А сколько вот здесь вот у нас? 35, да? 35 осколков. Подожди секунду. А тут? А тут 50. Ну, конечно... А, нет, подожди, вот тут. 25. Вау, что-то я, по-моему, лопухнул сейчас только что. Вот лучше нам, конечно же, получается, фармить вот этот вот. Ну-ка, автопобеда. Сколько мы можем с вами сделать? Ну, 3. Ну да, в разы, ребята, выгоднее. И последнюю потратим. Осталось бонусной добычи 1610. 1610 осколков, ребята. А у меня 330, да, нужно 550. Угу. Но зато потратили, ребят, чтобы они, по крайней мере, не пропали зря. Так, смотрим дальше. Астероид М.
Это через 6 дней, через неделю, ребята, начнется. Это у нас Магнетто. Новый герой будет. Вечеринка для своих. Ну, я побывал там. Опять же, в каждой вечеринке есть свои условия. По героям. Если у тебя нет, например, определенных героев, ты, естественно, там не сможешь участвовать. И, как говорится, пролетаешь мимо тех бонусов, которые там даются. Так, ну что у нас здесь? Участвовать в трех миссиях Союза злодеев. Да? Давайте выполним это задание. В трех миссиях. Ребят, я обычно тоже пролетаю все это на автопилоте, но на этот раз я хочу посмотреть. Герои у меня уже подросли, и, возможно, нам пора с вами двигаться дальше. Мы приближаемся к центру базы. Готовьтесь к бою. Как это? Мы уже раскидали сотню солдат, не меньше. И это лишь маленькая часть армии Гидры. Красный череп. Так, и кто нам здесь доступен? Вот этот у меня не прокачанный, поэтому его убираем сразу же. Берем с вами опустошителя. Хотя он тоже не особо там прокачанный. И... блин, и все, ребят. Слушайте, вряд ли я, конечно, смогу этой армии что-то сделать. Ну, постараемся. Попробуем. Красный череп. И еще один оскверненный меченый. Никто меня не осквернял. Ультимус отдаст мне всю Австралию, когда мы завоюем мир. Австралию. Такой довольный. Может быть, уровень 26 у них. Ну что же, начнем. И начнем мы, ребят, с вами, наверное, с меченого. Да, давай-ка с него начнем. Ага, неплохо. Единственное, что вот, да, я как вам говорил, ребята у меня здесь не прокачанные. Так, хорошо, я тебя понял. Ну-ка, давай бомбанем. Хорошо-то как. Так, теперь массовый выстрел лучника. Тоже красиво. Так, хиляться нам пока не надо. Будем просто бомбить. В репу получил, говнюк. Так, делаем. Делаем, ребята, провокацию. Ну его нафиг. Так, хило, что ли? Что там? Точно хило врубил. Ах ты гад. Получил в грудину, да? Пробили ему просто-напросто. Оп, сейчас будет сопротивление. Отлично. Что ты радуешься-то, придурок? Радуется он мне. Провокацию включил, вот и радуется, понятно. Меченый, родной. Ты что делаешь-то? Все. Этого снесли, давай этого тебе. Добьем, сейчас ведь добьем его. Да ну нафиг, ну как ты так? Эй, рука, рука. Этот теперь провокацию, да, врубает? Ну вот эти ребята с щитами, поверьте мне, такие, они крепкие и малые. Ну только не в этот раз, да? Давай-ка бомбанем. Есть, хорошо бомбит вот этот чувак у нас. Так, давай-ка вот этого добьем. Пич! Блин, да что ж такое-то? Скрытность включили. Ладно, давай вот так вот. Все, готов. Он даже не успел, ребята, увернуться. Ну что, делаем удар? Ёп-бабах! Ты смотри-ка, как тут целил, гаденыш. Да, ребята, вот как-то так. Ну вот этот, конечно, чувачок наяривает. Я не думал, что он настолько крепок. Значит, есть смысл его прокачать. Так что, ребята, как бы сделаем это на заметку себе. Так, что у нас тут? Ёлки-палки. И здесь можно... А я не знал, ребята, что здесь можно тоже ночную сиделку зарабатывать. Ух, это же круто. Покажись, двойник. Ты побежал к Фьюри за помощью, поджав хвост, трус. Я заключил союз с ударом по собственной воле, а ты всего лишь марионетка. И тебе давно пора обрезать ниточки. Двойники, да, ребята? Это же у нас мультивселенные, разные измерения. Фух, блин, как же я хочу Джаггера. Я им, ребята, поиграл. Там же, когда проходишь вот эти вот все испытания, там тебе дают его опробовать. Блин, ну, чувак там дает, конечно. Вот этот вот массовый удар с разбега мне понравился.
И у него здоровье, как у буйвола, ё-моё. Так, ну ладно, сейчас у нас немножко о другом. Хайль Гидра! Ну да, сколько? 6 врагов. Это хорошо, ребята, никто прибавляться не будет. То, что нужно, надо уничтожать в первую очередь красный череп. Иначе он достанется своим призовом. Постоянно будет призывать подмогу. Так, ну-ка. Ай, красота. Еще массовый. Отлично. Ну-ка. Опс. Ну, в рукопашку как-то мы его плохо разбираем, если честно. Кросик, молодец. Так, что? Провокацию делает. Ну, конечно. Ну, как же без провокации-то? Получил. Кросс шутить не любит. Сразу пробивает грудину. Вот, начинается, ребята. Вот он начинает призывы делать. Это плохо. Он сейчас будет тут их до бесконечности вызывать. Хайль Гидра. Так, дополнительную единицу энергии дает. Это, ребята, для суперударов. Нифига, сколько у них массовых стрелков. Эй! Тыч! На 1500. Ну-ка. Чуть-чуть не хватило. Ладно, пробьем. Замечательно. Опять Хайль Гидра, ты достал уже, а, своих... Хиляют. Понятно. Нет провокации? По-моему, нет, ребят. Давайте дальше бомбить красный череп. Ай, как замечательно. На 6600 мы его приголубили, и, соответственно, он сдох. Как ему и полагалось. Блин, чуваку повезло, у него защита от смерти была. Но в этот раз ему не фартанет. Так, теперь давай ему того. Почему бы нет? Вы не забывайте, что эта девочка у нас рука ниндзя, и она хиллер. Наша ведьмочка. Так, ну, пора повеселиться. Прекрасно. Гидра снова в моих руках. И в этом мире все спокойно. И если не учитывать пришельцев из другого измерения, которые пытаются захватить мир с помощью армии послушных им героев. Не волнуйтесь, полковник, Гидра теперь на вашей стороне, а мы как раз специализируемся на борьбе с пришельцами и так называемыми героями. Пора доказать свои слова делом. Слушайте, а чё это за поворот такой? Гидра встала на сторону... Добра? Это какой-то нонсенс просто, ребят. Я, конечно, не против, но это, как бы вам сказать, перечеркивает абсолютно все. Так, ну что у нас, ребята? Директор Фьюри приказал великому ученому решить проблему Альтрона. Нечеловеческие образцы. Что у нас здесь за враги? Понятно. Как всегда, Альтрон и вся его шушера. Роботы, киборги и так далее, да? Ну что же, будем пытаться, а? Пройти. Или пойдем за светлых теперь подеремся. Так, ну-ка. Ну у нас еще одна миссия за злодеев, поэтому давайте уж тогда подеремся, так уж и быть. Одну миссейку зарулим. Так, компания Союз злодеев. Давайте посмотрим. В бой. Теперь, когда АИМ вступила в удар, нам нужно придумать новую аббревиатуру. У нас уже есть название УДАР. А может, КАТАНА? Занято. МОЛОТ? Занято. Ультиматум. И это тоже. Серьезно? Ультиматум уже занято? Как оно расшифровывается? Что означает мягкий знак? Так. Ну что же. Никого менять, наверное, не будем, да, с вами? Пойдем. Потому что это самые сильные персонажи, которые у меня сейчас есть в данный момент. Если мы сейчас кого-нибудь заменим на более хлипкого, он будет падать. А мы с вами перешли как бы на новую главу. И поверьте мне, здесь враг уже далеко не ватненький и не мягенький, и не пушистый. Будет нас дрючить по полной программе.
Так что отбиваться придется очень даже серьезно. Великий ученый, наблюдение. Я надоела директору Фьюри. Результат, он попросил меня нейтрализовать угрозу альтронов. Для этого мне понадобится несколько образцов. Доставьте мне 5 роботов Альтрона, желательно не разломанных на куски. Ага, понятно. Так, 7 врагов осталось, 7 из 7, отлично. Тут 1, 2, 3, 4, 5. Еще 2 будут. Начнем с роботов, ребят, с вами. Так, на 2000 бомбануть. А, он ватный. Хорошо, это только нам на пользу пойдет. Минус. Так, массовым бомбанем, ребят, наверное, с вами, да? Ай, как хорошо. Так, вот тот мне не нравится что-то. Навострился что-то делать, по-моему, нет? Снайпер, заткнись. Как же вы достали, а? Гаденыш, ну-ка. Опс. Неплохо, да, мы ему пробили грудину-то. Так, снайпер, успокойся. Призвали. Вот, ребята, и подмога пришла. Упс. Давай-ка мы, наверное, вот этого охламона уберем. Ага, убрали, блин. Черт. Ну. Воу, воу, воу. Лети в горы, Чепушила. Ай-яй-яй-яй-яй, попалась. Хорошо, давай-ка мы вот так сделаем. Ты тоже провокацию сделал? Ну что же, родной, я тебя поздравляю. Да не тебя, а я вон того поздравляю. Сейчас в спину-то получит, а? Чмак. На 6,5 приголубили, да? Так, ну что, голубчик, ты просил, да? Добавки. Ай-яй-яй. Вот, это другой разговор. Это два последних, ребята, у нас Альтрона. И они сейчас свое получат. Что ты там поставил-то, я не могу понять. Пока. Блин, да что ж такое-то, один выжил. Все. Заключительный удар. Да, тыщенки ему хватило, чтобы разобрать его на запчасти. Вы вообще-то меня слушаете? Я же сказала, не разломанных на куски. Нет. Да что вы говорите? Не припомню ничего подобного. Ну, конечно. Кросс, да? Дурачка включил, типа, я ничего не слышал. Все нормально? Не, ну на самом деле, какие, блин, еще ей роботы нужны? Нам тут надо было выжить как-то. Так, мы с вами сделали миссию. Да, надо забирать нам реворд. Вот так вот. Так, и смотрим. Использовать один предмет снаряжения. Погоди, ты что-то меня не сюда отправил. Так, а сделать один вклад. Давай сделаем вклад. Вот так вот. Получить, конечно же, получить. Использовать один предмет снаряжения. Подожди, что-то тут... А, вот, все нормально. О, на кросса могу, ребят, что-то смастерить. Ты будешь создавать... Эй. Надеть. Отлично. Так, хорошо. Месть. Эх, месть, месть. Не хватает. Жаль. Так, ну ладно, кросса хоть немножечко, но все-таки усилили. Так, больше пока никого не можем. Блин, ну Дэдпул, конечно... О, смотрите-ка, Человек-муравей. Дождался чего-то тут у нас. Давай оденем. Улучшение, конечно, улучшение, ребят. Чилиш. Третью категорию, ребята, он зарабатывает у нас. Так, тут можно еще что-то на него повставлять. Давай обязательно мы это сделаем. Лишним это никогда не будет. Так, еще. Топот. Ага, это я помню, ребята. Это он становится гигантским и топчет. Наносит 90% урона, накладывает на основную цель замедление с шансом 50% замедляет 3 дополнительных врагов. Если среди союзников есть осад, дополнительно наносит 20% урона всем целям. Но
Осы у меня нет. Не заработал я, ребят, на осу-то. Видите, такой довольный стоит. Опытный вор, подвергающий сильных противников с помощью работающего на частицах Пима костюма. Понятно, Пим. Давай мы его немножечко сейчас прокачаем. Вот так вот. Но все равно он еще, ребят, слабенький, слабенький. У него даже 2000 мощей пока нет. Хотя вот я говорю, я хотел бы Дэдпула раскачать. Вообще, прям вот не могу, блин. Дэдпула, регенерация, офигеть можно. Вот, погоди-ка секунду. А это кто такой, блин? Нет, я уже думал, это предспешник этого. Как его звать-то? Я же забыл, как его звать-то, ё-моё. Не Ультимус, а... Таноса, ё-моё, Таноса, конечно же, Таноса. Так, мы можем немножко вот сюда что-то влить нашей девушке дрожь. Отлично, хорошо. Потихоньку, потихоньку. Ну, я скажу сразу, ребята, всех, всех прокачать не получится. Честным, ну, как сказать честным, без доната. Или же слишком долго и много времени на это у вас уйдет. Поэтому вы выберите каких-то определенных героев и прокачивайте их. Но здесь получается как? Например, ты будешь прокачивать определенных героев, а там будут всякие ивенты и задания на те героев, которые у тебя в сторонке остались, не прокачанные. Тоже обидно, согласитесь, да? Так, ну что, давайте, наверное, мы с вами пойдем сыграем за добро, так скажем, за светлых. Посмотрим, команда героев. Так, мы с вами остановились здесь. А потянул ли я тут-то? Ой-ой-ой-ой, я вспомнил. Здесь, по-моему, вряд ли у меня что-то получится. Но попытаться можно, согласитесь. Ну, проиграем-то проиграем, что ж сделаешь. А, все, я вспомнил, ребята, в чем здесь проблема. У меня не выживает здесь Тор. Дракс-разрушитель, твоя помощь очень пригодится. А мы сокрушим врагов и повернем их в пыль. Второй ключ здесь, в лесах Гуэллиня. Этот мир все время в эпицентре галактической войны. Мне нравится. И правда. Так, ребят, ну я не знаю. Убрать Кейджа, поставить Росомаху. Так, предположим. Ну там, конечно, расколбас будет, поверьте мне, нехилый. А если мы уберем, например, карателя? Черт узнает, блин. Давай попробуем поставить Кейджа все-таки. Посмотрим, ребята, как пойдет. Но, насколько я помню, здесь меня разбирают. У меня не получается, потому что, по-моему, здесь 12 врагов будет. 6 в начале и 6 еще потом. То есть со всеми нужно сразиться. Соответственно, у меня не хватает энергии. А, я вспомнил, я хотел, по-моему, взять еще одного дополнительного медика. Оракул Кри. Караты свободных Кри требуют вернуть нам Арткона. Чтобы победить, защитите Тора и победите всех врагов. Да, ребята, вот они, Тора у меня как раз и уничтожает. Видите, 12 врагов. Очень тяжело, поверьте мне. Видите? И враг такой довольно крепкий. Поехали. Угу. Так, давай-ка вот так вот сделаем. Теперь бомбанем. Блин, вы представляете, да, как мощные эти ребята? Провокация. Лечение, естественно. Как же без лечения? Ха-ха-ха, получила контр. Но радоваться-то рано. Это только начало, ребят. Хиляться пока тоже рано. Ах ты, гад, ты взял провокацию, да? Так, ладно.
пол здоровья отобрали. О, лечение, естественно. Они тут все, по-моему, с эффектом лечения. Ну-ка. О, вот так вот. Тут было красиво, ребят, сделано. Ты-дыч! На 3600. Вот это зашибись. На 4,5. И это только одного, ребята, мы бомбим. Вы представляете? А сейчас, по-моему, стоит нам одного прибить. Вместо него еще трое выйдет. И тут начнется расколбас, естественно. Вот. Вылезли, блин, стрелки хреновы. Так, нам нужно уничтожать аристократка или... Я даже не знаю, ребят. И та плохо. Провокацию берет, ребят. Ну, конечно, как же. Усиление атаки. Так, медик, медик, медик. Не надо мне валить медика. Так, бери провокацию на себя. Поехали. Ну, неплохо, но мало. Смотрите, сколько здоровья всего отнял. Так, лечение. Надо добивать. Ах ты. Ну-ка. Вот так вот. Еще и регенерация, да? Замечательно. Поехали. Да чтоб тебе, ты смотри, блин. Даже суперудар не это. Ну-ка, так. Ёп, какой крепкий. Вау, Дракс разбушевался. Стопэ, стопэ. Так, погнали. Завернули ласты и пинка ему, правильно, вот так вот. Дайте мне пробить-то его, а. Есть, минус. Вот, вот, вот это ты правильно сейчас сделал. Остальным тоже нужно давать люлей. Ага. Так, а теперь вот эту голубушку нужно нам, ребята, с вами уничтожить. Ну, вместо нее, как видите, еще выпало. Не меньше, блин, врагов. И эти все время усиляют. Они как саппорты идут. Оу, тоже регенерацию повесили. Вот это они молодцы. Слушайте, смотрите, у Тора очень мало здоровья. О, молодец, Росомаха. Это было, конечно, все великолепно. Контратака активировалась. Опс, опс. Вот этот молодец ты сейчас. Слушай, они достали уже свои провокации-то, эй. А ну-ка, давай-ка. Замедление. Так. На 4300. Эти все хиляются. Блин, они бомбят, ребята, Тора. Причем целенаправленно. Я проигрываю из-за того, что они уничтожают его. Ой-ой-ой-ой-ой. Медик, медик, когда же у тебя откат-то произойдет, а? Мне нужно лечение обязательно. Усиляем команду. Вау, ну хотя бы этого убрали. Так, вон ту... Нет. Давай-ка вот этого. Ух, в прыжке-то прям в чайник ему. Да чтоб тебе... Упал, да? По-моему, упал. Да, ребят. Тор, нет. Вот не знаю я, как мне сделать так, чтобы он остался в живых. Я просто не понимаю, что нужно сделать. Ну что же, ребята, не получилось у меня, как говорится, их подбить. Жаль, у нас с вами, кстати, еще энергия закончилась. И я даже не знаю, в принципе, мы можем потратить капсулы на энергию. Хорошо, раз у нас не получается с вами пробить, как говорится, добро, будем тогда пробивать с вами. О, у нас, кстати, энергия появилась. Энергия появилась, давайте здесь немножко подеремся. Будем тогда проходить за зло. Там, по крайней мере, мы еще можем что-то сделать, с кем-то справиться. А здесь нужно немножко, наверное, нам все-таки, ребят, раскачаться. А потом уже рвать туда когти. Ну, давай здесь разберемся.
Просто представляете, там 12 врагов. Нам нужно их сносить, ну, практически с удара, чтобы каждый падал. Только в этом случае у нас все будет хорошо. Да куда ты, Спайдермен, лезешь-то, ё-моё, а? Все, да выделывался. На удар. В инвиз. Так. Черт бы тебя побрал, а? Электро. Засранка мелкая, блин, ну понятно, она... Так, Люк Кейдж сейчас будет, наверное, усилять команду, я так понимаю, да? Нет? Сейчас посмотрим. Пич. А ну-ка, провокацию. Знаете, Кроссбоунс мне напоминает чем-то вот, Железный Человек, самая первая древняя версия. Так, давай, поехали. Упс. Ого, крепкий малый. Ну, мы тоже здесь не ватные, согласитесь. Так, давай-ка мы... Йо-хоу, тыдыч. Кританули. Так, не будем мы, ребята, пока тратить хил. Он нам пригодится. Дракс, ну-ка. О, молодец. Вот так вот ему выделывается еще здесь. Готов. Ну, естественно, Кейдж у нас берет провокацию. Он же у нас тут такой крутой. Кого, кого, кого? Дракс, живи. Выжил. Ты, она вообще ничего не отняла у него. Это хорошо. А вот Драксу, я думаю... Ой, Драксу. Кейджу не повезет, да? Нет, повезло. Маленькое еще осталось. Сейчас добьем. Так, регенерация. Погнали. Так, и взрыв. На, нафиг. Один Кейдж остался. И все. Отлично, ребята. Ну, здесь-то, конечно, здесь мы с вами хорошо проходим. Так, что у нас? Еще осталась энергия? Еще 75. Ребят, мы еще с вами сможем, наверное, боя 2 сделать. Так, награды. Сколько нам нужно еще? До 2000. Ну, прилично, прилично. Ладно, пока не будем. Я все-таки хочу ежедневная цель. В 2 налетах участвовали, получаем. Хочу все-таки, ребята, пройти 2 испытания. Да-да-да, вот это-то я чуть не забыл. Надо обязательно, ребята, здесь вот это все забрать. Нечего, как говорится, тут дарить все это. Так, вот здесь тоже забираем. Ну, здесь я, конечно, не очень далеко продвинулся. Но, тем не менее. Ну, что ты там опять думаешь? Давай, я же думал... Опять зависло или еще что-нибудь в этом роде. Так, попытки закончились. Все, отлично, это мы сделали. Забираем. Уровень, как вы видите, у меня 52-й. Так, выиграть 2 боя на арене, ну это понятно все. Так, энергия компании. То есть мне нужно выиграть 2 боя на арене, и у меня все задания будут выполнены. Это все понятно. Опс, припасы, сферы. Какие сферы? Стандартные, обычные, да? А, нет, это у нас на золото. Это хорошо, ребята. Давай посмотрим. Черта с два там на золото, блин. Надо запчасти на куски. Так, и все вроде бы. Больше ничего нам здесь пока недоступно. Так, по налету 605, 350. Слушайте, мы можем с вами... Так, здесь... Сфера бесконечности получить, ага. Слушайте, мы можем, наверное, вот здесь вот потратить. Сколько тут? Сейчас, секунду, ребят, посмотрим. По-моему, в налете, да, в налет. У нас 605, тут 350. Одну можем спокойно с вами открыть. Блин, ну, кого-кого, но только не Спайдермена, блин. Ну, я не хотел Спайдермена. 5 карточек. Зачем он мне нужен? Он уже, честно говоря, для меня он не актуален. Мне кажется, он какой-то мягкотелый, что ли. Так, ну что, давай в компанию пойдем и попробуем, ребят. А можно здесь, знаете, куда еще отправиться, ребят? В Нексус. Битва за космос я не потяну, а вот в Нексусе, возможно, можем с вами продвинуться. Попробуем? Поехали. В Буэнос-Айресе есть портал. Им управляют оскверненные агенты щита.
На участке обнаружена повышенная сейсмическая активность. Так что нас ждет та еще тряска. Думаешь, у них там есть оскверненные дрожжи? Конечно. И это тоже. Так, и это тоже. Какие еще, блин, оскверненные дрожжи? О чем вы вообще говорите? Так, убираем отсюда и берем нашу сиделку ночную. Поехали. Попробуем, ребята, здесь один уровень затащить. Ну и, наверное, будем закругляться с вами, да? Вы уж мне пишите в комментах, нравится вам игра, не нравится, показывать, снимать ее периодически. Или как? Ну что, встряхнемся, говорит дрожь. Ну, давай встряхнемся. Так, здесь у нас... Ага, это все враги, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, все. Значит, можно попробовать их, ребята, разобрать. На, нифига там по кумполу. Воу. Ты чё? Родной, блин. Ох, как больно-то. Ну-ка отсюда возьмем. Поехали. Слушай, они какие-то... Смотри, у них красные глаза. Они одержимые. Точно, ребята, я вам говорю, одержимые. Вот так вот, правильно, Дракс? Надо держать, как говорится, их в узде всех. Что ты там выкаешь-то? Будет контр-то. Во. Она, главное, мы ее бьем, у нее еще лечение идет, да? Смотри-ка, они ее скрыли. Они ее скрыли. Ладно. Воу-воу-воу, медик, стой, не падай. Сопротивление, а как это он так... Слушай, они достали же стрелять их. Вот серьезно говорю. Фак, а? Что это такое творится-то здесь, я не пойму. Выстрел за выстрелом. Еще и ракетник, да? Где мои массовики? Воу, хоть одного снесли, ребят. Так, давай-ка мы, наверное, вот этого сейчас шибанем. Стрелок считал, меня нервирует. Так, пора нам вот так вот делать. И бомбануть. Ау, смачно. Смотрите, здоровится как подкосок. Вот поэтому нужно кросса и прокачивать. Он хорош вот, в плане этого удара. Чтоб тебе, блин. Минус еще один, отлично. Их осталось шестеро. Пятеро. Так, ты когда у меня будешь там... Воу-воу-воу-воу, замедление, нифига она там шибанула. Погнали. Минусанем ее. Ха-ха. Вот этого я долго ждал. Ну что ж, теперь повеселимся. Нормуль, минус один еще. Огневая поддержка, сейчас тебе будет, блин, огневая поддержка, а? Засранец. Скорость нам замедлили, да, говнюки? Ну, давай. Упс. Хорошо, поехали дальше. Сразу двоим перепало. Чё там? Контратака? Какая, блин, еще контратака, блин? Пардонщи, извини. Пора тебе лететь отсюда, бабочка. Прибавка к ярости. Ну, упс. Что-нибудь там, защита от смерти, что ли, сработала? Как он выжил такого удара-то, я не могу понять. Все, пока, дострелялся, родной. Участок захвачен. Идем к порталу. Идем. Ну, слушайте, здесь мне понравилось, очень даже хорошо было сыграно. Все замечательно. Вау, Нексус. Возможная награда, ребята, смотрите, Громила Кри. Будут карточки доступны, если мы победим. А у нас энергии-то хватит? Нет, к сожалению. Ну что ж, дорогие мои друзья, тогда мы на этом с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Рэй с игрой Strike Force. Увидимся с вами в новых видосиках. А на этом все. Всем пока и удачи.